Годовщину начала Второй мировой войны не обошел вниманием российский министр иностранных дел. Сергей Лавров сегодня читал лекцию студентам ГИМО. Глава МИДа говорил о недопустимости попыток фальсифицировать историю в политических интересах. Наши отцы и деды не только отстояли нашу свободу, но и внесли решающий вклад в освобождение Европы от фашистского порабощения. Прискорбно, что в последние годы активизируются разнородные политические силы, которые посредством избирательного подхода к событиям того периода фальсифицируют историю в угоду политической конъюнктуре, подвергают ревизии, закрепленные в уставе ООН и других международно-правовых документах итоги Второй мировой войны. 20 лет спустя после падения Берлинской стены, падения, положившего конец идеологическому расколу Европы и мира, попытки политизации истории трудно расценить иначе, как стремление провести новые разделительные линии на нашем континенте. Еще одна тема – выступление министра – отношения России с НАТО, которые в последнее время были особенно напряженными. По словам Лаврова, Москва готова к сотрудничеству с альянсом в тех сферах, где интересы совпадают. О необходимости срочных мер по обеспечению равной безопасности для всех на евроатлантическом пространстве свидетельствует и наши отношения с НАТО, вернее, их кризисное состояние. Не мы замораживали работу Совета России и НАТО, не мы нарушали договоренности, которые были заложены в основу деятельности этого важного механизма. Ответственные члены Альянса осознают, что нельзя идти на поводу у идеологических капризов отдельных новобранцев и претендентов на членство, которых можно, в общем-то, заподозрить в антироссийских фобиях.